Приветствую всех. Сегодня какое у нас число? 22 ноября. Ноября 2021 года. Понедельник. В общем, мы по понедельникам отказываемся работать. Что-то сегодня какой-то день дурной. Вот это вот с майнинга принесли материнскую плату. Там же принесли блок питания Aerocooled киловаттник. Естественно, подгоревший был разъем. Товарищи, но это, конечно, звездец. Нафига. Сегодня у нас день ознаменовался еще тем, что продали мы компьютер за 185 тысяч Z-Gaming, и нам тут же его запороли. Надеюсь, завтра он по гарантии спокойно поменяется. Человек решил добавить жесткий диск, что-то у него пошло не так, я не знаю, что пошло не так. Но в конечном итоге мать сдохла. Причем прям намертво. Ругается на процессор, процессор холодный. Но я надеюсь, что мы завтра эту проблему решим. Компьютер за 185 тысяч. А вообще я начинал этот видос, я даже его удалил, потому что решил его дополнить. Ну, сегодня понедельник, в общем. А начинал я все вот с этого Razer. Вот это вот у меня замечательная ферма стоит, несколько дней работает на MC-шках меч. И вот проходит 8-9 часов, я смотрю, не в сети. Прихожу на работу, не работает. Что случается, неизвестно. Вот решил все-таки, нет, надо добить ее, какая-то хрень, перекрутить. И тут же увидел вот такую вот порнографию. Честно, не обратил внимания на вот эту штуку. Два Razer были подключены. Но это новые Razer. Новые переходнички. Обычно почему любят Molex'ы? Ну, из-за того, что это самый качественный разъем. Ну, 6 пин теоретически, но 6 пин вы же не найдете. И вот эта вот порнография вставляется. И вот это видос я записал, а потом как увидел, идти в обратную сторону. Он очень легко заходит обратно. То есть никакой защиты от дурака здесь нет. Поделка от дядюшки Ляо. Как там его? В общем, товарищи, внимательно. Не доверяйте своим инстинктам и пальцам. Проверяйте. Я, кстати говоря, этих рейзеров купил штук, наверное, 30. Да, 30 приехало. Надо сейчас все вот эти вот родные кабели выкинуть, чтобы их просто не было. Куда-нибудь в отдельную кучку отложить. По мечу продай врагу. Или просто выкину. Иначе накосячит какой-нибудь горемыка. А ты виноват. И на самом деле очень легко вставляется. Вот, ну это ж и в одну, и в вторую сторону. Вот такие дела. Кто-то скажет, что а зачем ты используешь переходники? Ну, раньше никогда не косячило, а тут вот, представьте, первый раз. Обычно классическая ферма выглядит вот так. То есть родные провода, родные разъемчики. Ну, а так как у этого блока питания не хватает, молексов для этих рейзеров, я изначально использовал те рейзера и переходнички. Но в этом на самом деле ничего страшного нет. Обычно это все канает. Но вот в данном случае это косяк от того, что пришли вот эти новые партии. И никогда я с этим просто не сталкивался. Это к вопросу, что а почему вы не используете китайские блоки питания за 2000 рублей киловаттники, там 2 киловаттники, а покупаете вот эти дорогие блоки голдовые на 850 ватт. Каугар ГЕК стоит, между прочим, 9000 рублей. Можно было сэкономить. Или материнские платы. Зачем вы покупаете брендовые? Есть же огромное количество китайских дешевых плат. По 12, по 15, по 20 видеокарт. Нет, товарищи. Хорошо работает только проверенная временем брендовая техника. И желательно использовать тот же ASRock, но геймерский. Тот же блок питания, но качество вот этой вот периферии, чтобы никаких нареканий не было. Ну, вообще сегодня просто понедельник. Просто понедельник.